И эта война будет между Россией и Западом. И они дали примеры. Вот, например, эта война будет так. Между бараном, который является Россией, и козлом, который является Западом. И вот они будут дерутся. И когда козел даст голову барану, он будет очень страдать. И все будут ждать, что баран упадет, встанет на колени, и потом он упадет. Но это не случится. И от этого барана отойдут все овцы. Все овцы. Это, например, все страны, которые отошли от России. И в конце, когда все будут ждать, что все-таки он упадет, отойдет от него самая верующая овца. Это, например, Украина. И тогда будет случиться эта очень страшная война. И помню так, что бабушка сказала, и те бабушки сказали так, что когда начнется эта война, Запад будет руководить женщина. И, скорее всего, это в скором случится, потому что мы знаем, что на осень ждется на Запад выборы, и, скорее всего, выиграет женщина.